Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вас ждут свежие видео по танкам. Я снимаю обзоры абсолютно на все, что появляется в нашей игре. Поэтому, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас. И буду благодарен, если поставите лайк данному видео за мои труды и старания. А в этом видео покрутим с вами рулетку на такого старика, как объект 252У. Машина интересная, но только для тех ребят, которые любят играть на технике типа ИСов. Это типичный тяж с неплохой броней, но в то же время с большими серыми зонами в виде, допустим, вот этого нижнего бронелиста. При этом всем имеет приплюснутую башню и хорошую приведенную броню в этой башне. Поэтому от башни отыгрывать, в принципе, неплохо можно. Единственное, что стоит отметить, что угол склонения орудия вниз типичен для ИСов, и здесь минус 6. Зато вверх поднимается на 20, и в целом это довольно часто помогает в боях. По поводу урона. Классный урон за один выстрел в 420 единиц. Единственное, будьте готовы к тому, что время перезарядки, с учетом того, что вы поставите досылатель, будет приблизительно где-то 14 с копейками секундочек. Поэтому, ребят, необходимо готовиться к тому, что перезаряжаться будете долго. Также стоит отметить, что данная машина не сильно хороша в отношении того, чтобы передвигаться по карте нормально. Здесь, ребят, скорость вперед 35 километров, назад 14, отходит назад вяло, вперед тянется долго. Поэтому будьте готовы к спокойному, уравновешенному геймплею. Все остальное, ребят, вы можете посмотреть в виде обзора на данную машину по ссылочке, которую я положил вам в описании. В отношении стоимости рулетки и шансов выпадения. Шанс выпадения танка 0.15, ну хотя бы вместо единицы здесь еще один 0 не красуется. Но в целом тоже не сильно много. Также стоит отметить, что сюда положили легендарный внешний вид на данную машину, и шанс выпадения данного внешнего вида составляет 1.6%. Что в целом довольно неплохо, но радости от этого мало, потому что если вы саму тачку не заберете, а заберете только внешний вид, то толку от этого не будет абсолютно никакого. Стоит также отметить, что тот же самый хранитель неба имеет меньше шанс выпадения, нежели камуфляж. В отношении каму могу сказать от себя лично, что камуфляж, да, старый, древний, не сильно хорошо прорисованный, на сегодняшний день вроде бы не очень хорошо смотрится, но мне почему-то нравится. В частности, мне очень нравится то, что прорисованные вот эти волны, они действительно смотрятся так, как будто бы они выпуклые. Хотя по факту это не более чем рисунок. То есть здесь с тенями художники действительно неплохо постарались. И в целом вот этот легендарный внешний вид очень даже подходит данной машине. Но не ради легендарного внешнего вида стоит крутить данную рулетку. Для начала давайте обсудим цену. В отношении ценника. Все 18 прокрутов обойдутся вам в 17 650. И понятное дело, что для восьмерки это очень дорого. Если заберете машину на предпоследнем прокруте, то получите тачку за 14 950, что тоже, в принципе, недешево. А вот если уложитесь до 16 прокрута включительно, то отдадите за тачку и все, что выпадет из данной рулетки, за 12 550. Ну и что сюда положили, вы сами видите, здесь есть серебро целых 3 раза. И немного, всего лишь по 50 тысяч. Два раза может выпасть по 2000 свободного опыта. Иксы, анимированный аватар, хранитель неба, о котором я уже говорил. Нелюбимое мною до безобразия песочные контейнеры. Но радует факт того, что есть два контейнера мега, и возможно вы что-то из них заберете. Есть пускай один, но все-таки контейнер советской техники. И есть два раза по 2, собери их все. В моем случае это компенсация голдой в виде 1000. Если заберу два раза данные контейнеры, и таким образом можно удешевить рулетку, но только если у вас есть хотя бы один талисман на золото из данных контейнеров. Ну что, ребят, давайте попытаемся покрутить. Крутить буду у себя на твинковом аккаунте. Объект 250U на основе у меня есть. Катаю его не часто, есть другие предпочтения по игре. Ну и в отношении того, чтобы уложиться сюда, у меня есть, грубо говоря, неполные 14 тысяч. Давайте постараемся машину достать, что ли. Поехали, первый прокрут. И что у нас здесь будет? Скорее всего, будет свободка, серебро. Да ладно! Да ладно! Вот так вот начинается мое утро. Сразу с контейнеров собери их все. Ну, поехали! Поехали открывать. Здесь не будет ничего. Ну и что у нас отсюда? Тоже ничего. Опа! 1000 золота. Ну окей, договорились. Талисманы собрал. Теперь будем начинать все сначала. 1000 заработал. В принципе, если вам так повезло, то лучше бросайте и будьте рады тому, что вы получили 900 золота сразу.
Кстати, ребят, напишите в комментариях, кому данная рулетка выпала, а кого обделили и кому рулетку данную не дали. Мне интересно почитать, насколько часто разработчики не всем игрокам дают одинаковые рулетки. 50 тысяч серебром. Забираем. Еще 200 золота тратим. Пока, в принципе, не так уж и плохо. Ну, это мое мнение. Хотя, с другой стороны, если вам так не повезет, как мне, то понятное дело, что ничего хорошего из этого не получится, будете уходить в минус. Ничего не получаем. И... ну, тоже ничего. Бустеры, свободка, иксы. И на этом, в принципе, до свидания. 250 голдой. 17650 за всю рулетку, это даже просто при покупке танка, который вас интересует через магазин, что я, в принципе, и советую вам делать, а не крутить рулетки и открывать контейнеры, то за 17500, по-моему, можно купить вполне спокойно две восьмерки, даже того же самого объекта и еще кого-нибудь, еще и сдача останется. Поэтому крутить данную рулетку до конца чисто ради этой машины я вообще никому не рекомендую. Лучше дойдите до того прокрута, который за 50 золота, и на этом, в принципе, успокаивайтесь. Я говорю о прокрутие на 10 вот этом вот уровне. Здесь ребята-разработчики разделили рулетку, грубо говоря, практически пополам, добавив сюда 50 голды. Вот сюда максимум дойдите и на этом успокаивайтесь, если танк вы не забрали. Потому что дальше машина будет неаргументированно для вас дорога, если до этого из контейнеров вы ничего не получите, если они будут вам выпадать. Получаем каму на данную тачку, причем это при том, что шансы выпадения были мизерные. То есть шансы выпадения чего-то другого были гораздо выше. Допустим, того же самого свободного опыта, как вы видите, сейчас составляют 36,6. Ну, а шанс на машину увеличился в 2 раза. Ну, в принципе, неудивительно, мы практически пол рулетки прошли. Но все-таки это увеличение в 2 раза не сулит ничего веселого, потому что все равно меньше 0,5%. Свободный опыт, и дальше полторуха уже пошла. Ну... получится забрать машину до момента, когда голда закончится. 2 советских контейнера. Ошибся я, кстати, в начале видоса по поводу того, что дадут всего один контейнер. Приношу свои извинения, не доглядел. Но, по-моему, сути дела это менять не будет абсолютно. Что я забираю? Ну, просто забираю 2 талисмана, коих надо целых 30, и у меня сейчас только 4 в запасе. Короче, еще собирать и собирать. Ничего не забрали, и вот этот прокрут за 50 голды, о котором я говорил. И я забираю себе иксы в количестве 10 штук. Теперь давайте временно подобьем итоги, пока не пошли дальше крутить. Я прошел до 50-го прокрута, и, как вы видите, по сути ничего не получил. Если бы не талисманы на золото и собери их все, то я бы сейчас был в существенном минусе. Ну а так в минусе, но не существенном, хотя все равно в минусе нахожусь. Сейчас, скорее всего, заберем свободку или песочные контейнеры. Пожалуйста, свободочка приземляется. Просто... ну, просто необоснованно дорого. Реально. Контейнеры песочные. Буду просто их прокликивать, потому что не вижу смысла тянуть кота за резину в долгий ящик. Ничего хорошего они не принесут. Навряд ли будет сертификат. Ну и, в принципе, едем дальше. Так, вроде бы все прокликал. Хорошо. 1200. Вот скажите мне в комментариях, 1200 вы заплатили бы за то, что мне сейчас выпало? Именно за 5 песочных контейнеров. Я лично в жизни бы не заплатил. Даже если бы сильно попросили. Даже если бы заставляли. Ни черта, ребят. Просто ровным счетом ни черта. 1500 голды. Но, давай мне... Хотел успеть сказать, давай мне контейнеры, но, увы, к сожалению, ничего не вышло. Забираем один мега-контейнер, открываем, но дай что-нибудь жирное мне. 250 золотом, ну давайте будем считать, что это было жирно. Забираем. Давайте посмотрим шансы выпадения. Шансы выпадения у меня мега-контейнеры сейчас будут, либо анимированный аватар. Даже не знаю, чему больше радоваться. Ну и потом уже только объект выпадет, но я так понимаю, что тачку я не заберу. Делаю прокрут, я так понимаю, предпоследний. Великолепно. Просто супер.
3000 голдой. Спасибо большое! Спасибо большое, игра! Ты все-таки дашь мне, да, забрать данную машину, потратив полностью все золото. Ну, реально. Реально получается, ну, очень дорого. Забираем танк гарантом с последнего прокрута. Как говорили мудрецы, ребят, мотайте на ус. Всю информацию, которую я даю вам, я даю для того, чтобы вы могли принимать взвешенные решения по поводу того, что чего надо вам, а чего нет. Пишите в комментариях в отношении годности данной рулеточки, если вы ее крутили. Ну и, соответственно, в отношении того, стоило ли мне крутить данную рулетку до конца. Я считаю, что стоило, но не ради танка. Для того, чтобы показать вам все таким, какое оно есть на самом деле. Если вы за честность на канале, подписывайтесь на него прямо сейчас. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.